Добрый день, уважаемые педагоги, конкурсанты, гости нашего праздника. Здравствуйте, уважаемые гости. Запомните этот день. Запомните этот час. Сегодня особенный праздник. Здесь и сейчас Ташкентская медицинская академия приветствует почетных гостей, педагогов на церемонии открытия завершающего этапа международной олимпиады, проводимой онлайн. Вот и закончились тяжелые минуты борьбы, и мы узнаем имена победителей. Да, быстро пролетело время. Кажется, только вчера мы знакомились с нашими конкурсантами. Тимур, знаете, это для нас все быстро закончилось, а для участников конкурса это была самая долгая бессонная ночь в ожидании результатов. Фируза, а как же прекрасные минуты творчества и вдохновения? Наши конкурсанты с особой душой беспокойной готовились к этому празднику, к этой олимпиаде. Они молодцы. Во всем, в каждом деле надежный и ответственный. Не любят безделья. Гордимся такими студентами мы. Аплодисменты сейчас прозвучать им должны. И вот сегодня мы приветствуем победителей нашего конкурса. Слово предоставляется проректору по научной работе и инновациям Ташкентской медицинской академии Азизовой Фирузе Лутфуллаевне. Ассаламу алейкум. Добрый день, глубоко уважаемые участники и победители Международной олимпиады медицинских вузов, последователи Авиценны. От всей души поздравляю вас за решением ответственного и серьезного состязания. Олимпиада сегодня аккумулирует лучшие молодые научные силы нашей страны. Эта инициатива очень важна для воспитания будущих научных кадров, поддержания престижа образования. Позади осталась напряженная интеллектуальная борьба, которая требовала от вас максимальной концентрации, целеустремленности. Сегодня мы чествуем победителей, но, по сути, каждый из вас, каждый участник заслуживает поощрения и благодарности. Желаю всем участникам дальнейших успехов и побед. Воспользуюсь также случаем, сегодня я хочу поблагодарить организаторов сегодняшней олимпиады, весь профессорско-преподавательский состав Ташкентской медицинской академии, которая на протяжении долгого времени скрупулезно готовились к проведению этой олимпиады. И вот увидите, сегодня эта олимпиада завершена. Также хочу за активное участие и терпеливую работу, слаженную работу поблагодарить сотрудников Центра информационной технологии, всех членов студенческого совета, а также всех студентов, принявших активное участие в организации олимпиады. Если бы не было наших студентов, не только Ташкентской медицинской академии, а также студентов, наших гостей, не было бы сегодняшней олимпиады. Еще раз разрешите поздравить вас с олимпиады и спасибо всем участникам. Уважаемые участники и педагоги, сейчас мы озвучим номинации по секциям, исходя из секций.
Первая секция. Секция терапии. Секция терапии. Так. Самый эрудированный участник Нишонова Юлдус Усманова, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем вас. На лучшее креативное мышление Ахмедова Шахсанам Ширзодовна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. За активное участие Расулов Андрей Андреевич, Кубанский государственный медицинский университет. Поздравляем. Креативный студент Шерматов Бектош Байонухлы, Самаркандский медицинский институт. Поздравляем. За активное участие Сатарова Амина Парвизовна, Хатлонский государственный медицинский университет. Поздравляем. За волю и умение достигать своей цели. Гамзатов Алим Гамзатович, Дагестанский государственный медицинский университет. Поздравляем. За целеустремленность. Бахадырова Афруза Ахрор-Хазе, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляем. За трудолюбие. Салимов Джасур Камолович, Терменский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляем. Диплом третьей степени. Думанова Хамиаль Айдын-Кызы, Караганский государственный медицинский университет. Третье место. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Рахманов Азизбек Шавкатович, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляем. Диплом первой степени, первое место. Назарова Лазиза Камиловна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Вторая секция. А, первая... первая секция дисциплина клиническая фармакология. За лучшее решение ситуационных задач Ахатов Шахбоз Шамсидинович, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Эрудированный участник Набибулаева Шадия Сайфидин КЗ, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Креативный студент Бартенова Анастасия Александровна, Курский государственный медицинский университет. Поздравляем. Диплом третьей степени, третье место. Эльмурадов Шухрат Сайфакул Ухле, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Смоляков Максим Валентинович, Курский государственный медицинский университет. Поздравляем. Диплом первой степени, первое место. Жумабоев Сухроб Хайрулло Углы, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Также объявляем победителей второй секции по дисциплине неврология. В номинации «Самый юный участник» Нурмухамедова Диорахон, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляем! Номинация «Самый эрудированный участник» Джалолова Мафтуна, Андижанский медицинский институт. Поздравляем! За волю и умение достигать свои цели. Набиева Динора, Андижанский медицинский институт. В номинации «Самый талантливый участник» Якубов Доньор, Андижанский медицинский институт. Креативный студент Арипова Ширин Бахтияровна, Андижанского медицинского института студентка. В номинации «Умение достигать свои цели» Гамидова Ноджиат Абдулазизовна, Дагестанского государственного медицинского университета. За целеустремленность и трудолюбие Рузибаева Фируза Эшмуротхазе, Ташкентская медицинская академия. Дипломом третьей степени награждается Эсанова Мохичахра Олимджоновна,
студентка Ташкентской медицинской академии. Дипломом третьей степени награждается Мамасолиева Шахноза Бегем Улугбекқызы, студентка Андижанского медицинского института. Дипломом второй степени награждается Шамухамедова Эльнора Джуатовна, студентка Ташкентской медицинской академии. Дипломом второй степени награждается Амирханов Амирхан Гайдарбекович, студент Дагестанского государственного медицинского университета. Дипломом первой степени награждается Абзалова Мохина Бахтияровна, студентка Ташкентской медицинской академии. Дипломом первой степени награждается Сапарин Виталий Сергеевич, студент Казанского государственного медицинского университета. Также победители первой секции. Второй секции инфекционные болезни. Самый креативный студент Мардонов Джалалидин Карамидин Ухле, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляю! Самый талантливый студент Аширалиев Джамшид Фархот Ухле, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляю! Самый эрудированный участник Мирхакимова Фариза Мархамзаевна, Самаркандский государственный медицинский институт. Диплом третьей степени, третье место. Эшбеков Шухрат Тавбай-Угле, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Мухамедова Фариза Фархотовна, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляем. Диплом первой степени, первое место. Бабажонов Хуршит Жаманизиевич, Бухарский государственный медицинский институт. Поздравляем. Также победители второй секции по дисциплине клиническая реабилитология и физиотерапия. Поздравляем! В номинации «Самый лучший спикер» Гафаров Сардорбек Орвджонугле, Андижанский государственный медицинский институт. Эрудированный участник Балтаев Ильёр Бахтиёр Угле, Бухарский государственный медицинский институт. За активное участие Рахманов Ильёрбек Тохыр-Огле, филиал Ташкентской медицинской академии в городе Ургенч. За волю и умение достигать своей цели Одырджонов Дониёрбек Олымжон-Огле, Андижанский государственный медицинский институт. Дипломом третьей степени третье место награждается Мусаева Шахзода Хабибулаевна, Ташкентская медицинская академия. Дипломом второй степени награждается Джамилов Тимур Бахадирович, Бухарский государственный медицинский институт. Дипломом первой степени награждается Юлдашева Умида Хамдамовна, Ташкентская медицинская академия. Третья секция. Кафедра анестезиологии и реаниматологии. Самый эрудированный участник Абдурахимова Амира Фарухуна, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляю! За активную работу Ширинов Джавлон, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляю! За волю и умение достигать своих целей Шумратов Муслимбек, Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю! За целеустремленность и трудолюбие Мамажонов Фарух, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю! Диплом третьей степени, третье место. Камилжанова Шойра Гулом Хазе, филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю! Диплом второй степени, второе место. Матякубов Шахрус, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю! Диплом первой степени, первое место. Каримов Бахадыржон Алишер Ухле, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем!
Победители третьей секции по дисциплине оториноларингологии. Дипломом третьей степени награждается Тиркашев Шаровджон Гайратуглы, Самаркандский государственный медицинский институт. Дипломом третьей степени награждается Джорпулатов Курбанали Бахрадиноглы, Самаркандский государственный медицинский институт. Дипломом второй степени награждается Валиева Садокат Шакировна, Самаркандский государственный медицинский институт. Дипломом второй степени награждается Махатов Нурлибек Анарбайоглы, Ташкентская медицинская академия. Дипломом первой степени первое место награждается Кучкарова Зарибану Равшанкызы, Ташкентская медицинская академия. Победители секции травматологии и ортопедии. Диплом третьей степени, третье место. Нажмединов Джамшид, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Утыгенова Гульзар, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Омонова Зилола, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Каландранов Дильшот, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляю. Диплом первой степени, первое место. Гуломов Шохрух, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Победители по дисциплине общая хирургия. Самый талантливый студент. Второе место. Аскаров Юнусалей Гуломджон Угле, Андижанский государственный медицинский институт. Самый эрудированный участник. Расулова Мунисахон Икрамджон КЗ, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляю. Самый юный участник – Нурматова Мунира Анварджон КЗ, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляю! За волю и умение достигать своей цели – Кутли Муротова Зилола Зафар КЗ, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю! За целеустремленность и трудолюбие – Аскарова Дурдона Улухбек КЗ, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю! Диплом третьей степени, третье место. Азизов Шосдрус, Хатлонский государственный медицинский университет. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Жумабоев Нодыр Анвар Углы, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Аскаров Юнусалей Гулумджон Углы, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляю. Диплом первой степени, первое место. Мухамедова Нударахон Убайдулла КЗ, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Победители по дисциплине офтальмология. Перминова Виктория Александровна, Башкирский государственный медицинский институт. Второе место. Поздравляем. Первое место. Елисеева Дарья Михайловна, Воронежский государственный медицинский университет. Поздравляем. Второе место. Анваржонов Абос Азизджон Угле, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Второе место. Пракпачук Вера Сергеевна, Государственный медицинский институт имени Павлова, Санкт-Петербург. Поздравляем. Третье место. Якушенко Алексей Романович,
Государственный медицинский университет Санкт-Петербурга имени Павлова. Поздравляю. Третье место. Ташмирзаева Шахноза Адулжоновна, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляю. Поздравляем победителей этой секции. Дипломом второй степени награждается Сайфулаева Фарангиз Низамовна, студентка Самаркандского государственного медицинского института. Дипломом первой степени награждается Мухиддинов Джаббор Фарухоглы, Ташкентская медицинская академия. Победители этой же секции по дисциплине «Хирургические заболевания» поздравляем! Дипломом второй степени награждается Сайфулаева Фарангиз Низамовна, Самаркандский государственный институт. И дипломом первой степени награждается Мухиддинов Джаббор Фарухоглы, студент Ташкентской медицинской академии. Четвертая секция. Дисциплина акушерства и гинекология. Диплом первой степени, первое место. Киримкулова Азмира Азаматовна, Кыргызско-Российский Славянский университет. Поздравляем! Диплом второй степени, второе место. Арманданова Зарина Гулмуродовна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Диплом третьей степени, третье место. Шахгильдян Любовь Дмитриевна, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Поздравляем. Самый умелый студент Мирбеков Эргеш Мирбекович, Кыргызско-Славянский Российский университет. Поздравляем. Самый решительный студент – Соломонов Эльдор Насреддинович, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Самый креативный студент – Шохпулатова Зарина Абдумуминовна, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляем. Самый талантливый студент – Айнуддинова Нодерахон Улухбек-Кызы, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляем. Самый эрудированный студент – Мельтьева Елизавета Александровна, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Поздравляем. Самый динамичный студент. Халикова Нигина Равшановна, Бухарский медицинский институт. Поздравляем. За целеустремленность. Бекмурадова Орзыгуль Камол-Кызы, Бухарский медицинский институт. Поздравляем. Самый оригинальный студент. Киясова Патпа Икласовна, Медицинский институт Каракалпакстана. Поздравляю. За инициативность. Джумашева Сивара Давлятер-Кызы, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляю. Пропедевтика детских болезней. Диплом третьей степени, третье место. Маматова Настенский педиатрический медицинский институт. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Сабиталиев Отабек, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Валижонов Шукрулло, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Рузметова Лабарахон, Ташкентская медицинская академия, филиал Ургенча. Поздравляем!
диплом второй степени, второе место. Туразода Мафтуна, поздравляем, Самаркандский государственный медицинский институт. Диплом первой степени, первое место. Мисирова Ширина, Ташкентская медицинская академия, поздравляем. Дисциплина факультетская педиатрия. Самый эрудированный участник. Арипов Шакуржон Шавкатович, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. За волю и умение достигать своей цели. Аминов Жасурбек Рузымирот Ухлы, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляю. Лучшее решение практического навыка в педиатрии. Ражапов Наимжон Алимович, Хатлонский государственный медицинский университет Таджикистан. Поздравляем. Креативный студент. Саидова Назима Хакиматовна, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляем. За целеустремленность и трудолюбие. Соломатова Ирода Бахтиор Кызы, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Самое лучшее клиническое мышление в педиатрии. Уракова Умида Эламон Кызы, Термесский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляем. Третье место. Хамидов Фазлбек Алимович, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляем. Второе место. Ахматниязова Сивара Нурадзин Кызы, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляем. Первое место. Собиров Акбар Бегалиевич, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Победители 4-й секции по дисциплине акушерство и гинекология номер 1 награждаются. Дипломом первой степени награждается Мамирова Мохинур Умиджанхазе, студентка Ташкентской медицинской академии. Дипломом второй степени награждается Буркова Кристина Геннадьевна, институт имени Пирогова. Дипломом третьей степени награждается Хикматова Холида Умидовна, студентка Бухарского государственного медицинского института. В номинации «За лучшее решение ситуационных задач» награждается Джабарова Лайло Азизовна, Ташкентский педиатрический медицинский институт. За целеустремленность и находчивость Кутлимуратова Барно Акмаловна, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. За четкое выполнение практических навыков Эгамбердиева Нозима Абдулхамидкызе, Андижанский государственный медицинский институт. Четвертая секция, дисциплина дерматовенерология. За активную работу Туржунов Джавохир, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. За волю и умение достигать своей цели. Бобоева Динора Шокирджоновна, Ургенческий филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю. За целеустремленность и трудолюбие. Бисинбаева Джамила Достоновна, Ургенческий филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Лисабоев Рамзидин Сайфидин Ухлы, Ташкентский государственный стоматологический институт. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Фармонова Мадина Кахрамон Кызы. Поздравляем. Диплом первой степени, первое место. Мирзаева Навватой Фархенская медицинская академия. Поздравляем. Четвертая секция, дисциплина поликлиническая педиатрия. За энтузиазм Нолан Парача, медицинский колледж Нью-Йорка. Диплом третьей степени,
Давлетов Руслан Калниязович, Медицинский институт Каракалпакстана. Поздравляем. Диплом третьей степени, третье место. Солибоева Ноиля Отамирзаевна, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Алиев Мухаммадазиз Абдугапарович, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Халикова Махлиё Мансуровна, Бухарский медицинский институт. Поздравляем. Диплом первой степени, первое место. Джураев Мухаммадазиз Бахадырович, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Пятая секция, дисциплина микробиология. Диплом первой степени, первое место. Омонова Мадина Джамалудин Хазе, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Ибрагимов Огабек Абдулаевич, Таджикский государственный медицинский университет. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Шералиев Аслидин Ахлидин Угле, Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляем. Диплом третьей степени, третье место. Ибрагимова Лола Муратовна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Диплом третьей степени, третье место. Хайралаева Мехрибон Хуршедовна, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляем. Диплом третьей степени, третье место. Зокиров Азизбек Чориевич, Бухарский государственный медицинский институт. Поздравляем. Самый талантливый студент. Турсунходжаева Лейла Тимуровна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Самый талантливый студент. Кахёра Анаш, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляем. Самый креативный студент. Юсупов Бабур Алишер Угле, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляем. За целеустремленность и трудолюбие. Толибоева Нигина Мансур Казе, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляем. Самый эрудированный участник. Исматов Джавахирбек Валиджон Угле, Бухарский государственный медицинский институт. Поздравляем. Пятая секция. Предмет «Патологическая анатомия». В этом направлении награждаются дипломом третьей степени Абдулаев Анварбек Азизджоногле, Ташкентская медицинская академия. Дипломом второй степени награждается Лутфулаева Дурдона Лутфулокзе, Самаркандский государственный медицинский институт. Дипломом первой степени награждается Каримова Рахшона Олимджонкзе, Ташкентская медицинская академия. Пятая секция. По направлению медицинская биология награждаются. Самый талантливый студент Джейнбаева Динара Усенкызе, Казахстанский национальный медицинский университет имени Асфендиярова. За волю и умение достигать своей цели Талипов Рустам Равшанович, Ташкентский государственный стоматологический институт. Дипломом третьей степени награждается Хайдарова Зибо Холмуродовна, Ташкентский государственный стоматологический институт. Дипломом второй степени второе место награждается Шамсидинова Матинабону Шухраткозе, Самаркандский государственный медицинский институт. Дипломом второй степени награждается Сиденков Алексей Николаевич, Ташкентская медицинская академия. Дипломом первой степени награждается Нуралиева Камола Гайратовна, Ташкентская медицинская академия. Кафедра анатомии. Диплом третьей степени, третье место. Саидскаров Саидазим, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Диплом третьей степени, третье место. Тихонов Владислав Сергеевич, Бухарский государственный медицинский институт. Поздравляем.
Диплом второй степени, второе место. Кадамов Улухбек Максудович, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Булдаков Иван Андреевич, Институт имени Пирогова. Поздравляем. Диплом первой степени, первое место. Магауяева Жибек Ризбековна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Пятая секция по направлению фармакологии награждается дипломом первой степени Турсунова Зебунысо Авазбекхизе, Ташкентская медицинская академия. Дипломом второй степени награждается Махмудов Сахибджон Сабырджаноглы, Ташкентская медицинская академия. Дипломом второй степени награждается Тураев Джасурбек Джохангироглы, Ташкентская медицинская академия. Дипломом второй степени награждается Мухаммаджонов Джавохар Дильмуротоглы, Андижанский государственный медицинский институт. Дипломом третьей степени награждается Рахмаджонова Рухсора Расулкызы, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Дипломом третьей степени награждается Раимджанова Камила Фарходовна, Самаркандский государственный медицинский институт. Дипломом третьей степени награждается Джамилова Джамила Саттаровна, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина. Дипломом третьей степени награждается Атаджанова Зильфуза Отабекхизе, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Пятая секция. Информатика. Самый креативный студент Садридинов Хасан Аброр Ухлы, Ташкентский государственный стоматологический институт. Поздравляю. За волю и умение достигать своей цели. Юлдошев Авазбек Нурат Тулоевич, Хатлонский государственный медицинский университет, Таджикистан. Поздравляем. За целеустремленность и трудолюбие. Абдуллаев Азизбек Улухбек Ухлы, Ташкентский государственный стоматологический институт. Поздравляем. Диплом третьей степени. Третье место. Абубакирова Зумрат Бахадур Кызы, Медицинский институт Каракалпакстана. Поздравляем. Диплом второй степени. Второе место. Вахабжонов Зиодулла Сохибджон Ухлы, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Диплом первой степени, первое место. Полатбекова Сивара Улухбековна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Дисциплина биофизика. Креативный студент Исматова Сабина Зафаровна, Самаркандский государственный медицинский институт. За волю и умение достигать своей цели. Мамасидикова Шахризода Махамдисдык Кызы, Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Поздравляю. За целеустремленность и трудолюбие. Кадырова Нурия Тлияверовна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Наимжонова Парвина Улухбековна, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Саркисян Арсен Игоревич, Ташкентский государственный стоматологический институт. Поздравляю. Диплом первой степени, первое место. Мухидинова Фазилят Музафар Кызы, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Также поздравляем победителей пятой секции по дисциплине патологическая физиология. Дипломом первой степени Валиулин Рашид Ильдарович, Ташкентская медицинская академия. Диплом первой степени первое место. Мосесова Евгения Александровна, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Диплом степени второе место. Галеева Дания Равильевна, Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова. Диплом третьей степени Эшонбобоев Фирдавс Эркинович, Ташкентский педиатрический медицинский институт. За активную работу награждается Холмуротова Ирода Салимхазе, Ташкентская медицинская академия.
за целеустремленность и трудолюбие. Динхорзода Симон Шох, Таджикский государственный медицинский университет имени Абу Али ибн Сина. За волю и умение достигать своей цели. Саид Каримова Фатима Искандерхазе, Ташкентский государственный стоматологический институт. Победители по предмету физиология. Самый талантливый студент Сапарбаев Хамитбек, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Эрудированный участник Одылова Одинахон, Андижанский государственный медицинский институт. Юный участник Усанов Ирали, Термесский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю! Самый креативный студент Муминова Гулирано, Ферганский медицинский институт здравоохранения. Поздравляю! Диплом третьей степени, третье место. Нетфуллоев Ринат, Казанский государственный медицинский университет. Поздравляю! Диплом третьей степени, третье место. Содык Бобоев Шухратбек, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю! Диплом второй степени, второе место. Файзулаева Мадина, Ташкентский фармацевтический институт. Поздравляю! Диплом второй степени, второе место. Мамедова Сабина Низамиевна, Казанский государственный медицинский университет. Поздравляю! Диплом первой степени, первое место. Азиза Мамурова, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю! Победители шестой секции. Дисциплина психология. Диплом первой степени награждается Бердиева Мафтуна Гурамхадзе, Ташкентская медицинская академия. Диплом второй степени Запивалова Анастасия Николаевна, Ташкентская медицинская академия. Диплом второй степени Хайдарова Гульёра Мухторджонхадзе, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Диплом третьей степени Собирова Умида Кузебойхадзе, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. В номинации «Самый эрудированный участник» награждается Олимджонова Мухайо, Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Самый креативный студент – Атабаева Диана Алишерхазе, Ургенский филиал Ташкентской академии. За активную работу награждается Камилова Гавхар Каршиевна, Кахраманунгули Мехбетбей, университет, Турция. Самый юный участник – Мехмонова Юльдуз Бекзадовна, Академия имени Куатбекова, Казахстан. Победители по дисциплине социальной науки. За лучший ответ Арсланов Джавахир, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю! За оригинальность мышления Юлдашева Мафтуна Расульбек Кызы, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю! Диплом третьей степени, третье место. Ким Карина Витальевна, Медицинский институт Каракалпакстана. Поздравляю! Диплом второй степени, второе место. Аслединова Истода Джахонгировна, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляю! Диплом второй степени, второе место. Анваров Исмаильджон Кескинович, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем! Диплом первой степени, первое место. Мирзаева Райхона Азизовна, Самаркандский государственный медицинский институт. Поздравляем! Победители по предмету английский язык. Самый талантливый студент Мукуддинова Хадиджат, Дагестанский государственный медицинский университет. Поздравляю! Эрудированный участник Гимадеева Наиля, Казанский государственный медицинский университет. Поздравляю! Диплом степени, третье место. Хакимова Азиза, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляю! Диплом второй степени, второе место. Жахангирова Мадина, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем! Диплом второй степени, второе место. Хакимова Джамиля,
Ташкентская медицинская академия, поздравляем! Диплом первой степени, первое место. Харина Алина, Казанский государственный медицинский университет, поздравляем! Победители Олимпиады по судебной медицине. Диплом третьей степени, третье место. Шарипов Шахбоз Шавкатович, студент четвертого курса Самаркандского медицинского института. Поздравляю. Диплом третьей степени. Мамадьярова Махшура Акбаровна, Самаркандский медицинский институт. Поздравляю. Студент второй степени, второе место. Хасанбоев Искандарбек Дильмурод Ухле, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Рузметов Эльор Каримбай Ухле, Медицинский институт Калпакстана. Поздравляю. Диплом первой степени, первое место. Худаян Медия Бароевна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Седьмая секция. За целеустремленность. Аргинбаева Асель Бисенкызы, Медицинский институт Калпакстана. Поздравляем. За волю и умение достигать своей цели. Третье место. Ахророва Дильфуза Улухбеккызы. Поздравляем. Андижанский государственный медицинский институт. За целеустремленность и трудолюбие. Третье место. Саддадинов Кудрат Рахматуллаевич, Медицинский институт Каракалпакстана. Поздравляем. Диплом третьей степени, второе место. Махмудова Машина Ойбек-Казе, Адижанский государственный медицинский институт. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Халимджонова Гульзода Азизбек-Казе, Ферганский медицинский институт. Поздравляем. Диплом второй степени, второе место. Эштемиров Абос Нуримин Ухле, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Диплом первой степени, первое место. Эркинов Шохруз Мирзо Эркин Ухле, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Победители седьмой секции по дисциплине эпидемиология. Самый эрудированный участник – Камолова Гульзода Рафикджонкызы, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Самый креативный студент – Мирзамухамедова Дельфуза Асроркызы, Ташкентская медицинская академия. Самый талантливый студент – Сойп Назарова Сагдиана Рахман Назаркызы, Ташкентский педиатрический медицинский институт. Самый креативный студент – Худайбергенов Икрам Ильхомбойугле, Каракалпакский медицинский институт. Самый эрудированный участник – Рахмон Бердиева Эзоза Эгенбердекзе, Ферганский институт. За активную работу – Саид Назаров Худайор Эркиногле, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. За целеустремленность и трудолюбие – Эгенбергенова Зилайхо Ойбекзе, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Самый активный участник – Абдураимова Нилюфар Абдурашидкызы, Ташкентская медицинская академия. За активную работу Тураева Шохина Шухраткызы, Ташкентская медицинская академия. Самый знающий студент Султонов Азот Абдуллаугле, Ташкентская медицинская академия. В номинации «Самый активный участник» награждается Мамарайджавов Ботер Эшпулатугле, Самаркандский государственный медицинский институт. Самый активный участник – Голубина Юлия Артемовна, Казанский государственный медицинский университет. Также активный участник – Султанова Регина Дамировна, студентка Казанского государственного медицинского университета. Самый креативный участник – Малинила Александровна, Казанский государственный медицинский университет. За целеустремленность и трудолюбие награждается Утова Амина Рамазановна, Институт имени Мечникова. Дипломом третьей степени награждается Абдулаев Гойпшер Абдулхамидович,
Ферганский медицинский институт. Дипломом третьей степени награждается Алексеева Александра Олеговна, Казанский государственный медицинский университет. Дипломом третьей степени награждается Аманулаева Шахноза Ильхомовна, Ташкентская медицинская академия. Дипломом второй степени награждается Саляхова Лейсан Шамилевна, Казанский государственный медицинский университет. Дипломом второй степени награждается Алексеев Андрей Юрьевич, Институт имени Мечникова. Дипломом второй степени награждается Даулетназаров Наурус Кайрбаевич, Каракалпакский медицинский институт. Дипломом первой степени награждается Абдулаева Шохсана Шухраткызы, Ташкентская медицинская академия. Гигиена окружающей среды. Эрудированный участник. Баблобердиев Охунджон Уткер Ухле, Самаркандский медицинский институт. Поздравляю. Самый креативный студент. Лебедев Артем Александрович, Казанский государственный медицинский университет. Поздравляю. За волю и умение достигать своей цели. Кодырова Нилюфар Шакировна, Ургенский филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю. За волю и умение достигать своей цели. Бахшилаева Сухдиона Аброр Кызы, Ташкентская медицинская стоматологический институт. Поздравляю. За целеустремленность и трудолюбие. Гобова Азиза Абдукахрамоновна, Бухарский медицинский институт. Поздравляю. За целеустремленность и трудолюбие. Мирзакаримова Сарвино Собиджон Кызы, Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Бобоева Ирода Уткер Кызы, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Самойлова Ангелина Олеговна, Казанский государственный медицинский университет. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Умаралиев Шохрухбек Рустамджон Угле, Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Исраилов Бигзот Шавкатович, медицинская, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Муродов Камилджон Бахтьор Угле, Бухарский медицинский институт. Поздравляю. Диплом первой степени, первое место. Ахметов Ахрор Джамшидович, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Также награждаются победители седьмой секции. Самый талантливый студент – Сафарова Гулизабон, студентка Бухарского медицинского института. Самый эрудированный участник – Олимхонова Фарахноза, Самаркандский государственный медицинский институт. Самый креативный студент – Ахмедов Джахонгер, Ферганский медицинский институт общественного здоровья. За активную работу награждается Азимова Азиза, студентка Самаркандского государственного медицинского института. За активную работу Сайфулаева Нилюфар, Ферганский медицинский институт общественного здоровья. За активную работу Сафарова Камола, Ташкентский государственный стоматологический институт. За активную работу Файзулаева Хадича Бану, студентка Бухарского медицинского института. За волю и умение достигать своей цели. Эрматова Умида, Ташкентская медицинская академия. За целеустремленность и трудолюбие. Ходжа Гибарова Нигина Бону, Ташкентская медицинская академия. За целеустремленность и трудолюбие награждается Пулат Хаджаева Умида, Ташкентская медицинская академия. Дипломом третьей степени награждается Вильма Гамбетов Умурод Кутлагамбетович, Ташкентская медицинская академия. Дипломом третьей степени награждается Мазифарова Камила Русланкызы, Ташкентский государственный стоматологический институт. Дипломом второй степени награждается Собиджонов Умиджон Хайдар Алеугле, Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Диплом второй степени вручается Ахмадалиевой Сивиль Умеровне, Ташкентский государственный стоматологический институт. Диплом первой степени, первое место награждается Сурхаев Рабазан Сурхаевич,
Казанский государственный медицинский университет. Диплом первой степени также вручается Соловьёве Ирине Васильевне, Казанский государственный медицинский университет. Дорогие участники, вы доказали в неподкупном споре, что надо все решать ценой усилий и труда. А мы рады поздравить победителей следующей дисциплины. Уважаемые победители, ваши дипломы вам отправятся через почту в течение 3 дней. Мы продолжаем дисциплину внутренней болезни. 5-я секция. Так, медицинская химия. Так. Диплом первой степени, первое место. Алиев Фарух Машраб Угле, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Хан Татьяна Андреевна, Ташкентский государственный стоматологический институт. Поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Мирза Назаров Шохрус Шамсидин Угле, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Мамадалиев Бобиджон Бахрамджон Угле, Ферганский медицинский институт общественного здоровья. Поздравляем. Диплом третьей степени, третье место. Уралов Шохрух Шавкат Угле, Ташкентская медицинская академия. Поздравляем. Самый эрудированный участник. Сапарбаева Жансая Эрбан Кызы. Медицинский институт Туркестана, Республика Казахстан. Поздравляем. За активное участие Муратова Балзада Балатбек Кызы, Медицинский университет Туркестана, Республика Казахстан. Поздравляю. За целеустремленность и трудолюбие Рахматова Диляром Рашид Кызы, Бухарский государственный медицинский университет. Поздравляю. За волю и умение достигать своей цели Рахимов Вахиджон Эльбекович, Бухарский государственный медицинский университет. Поздравляю. Также мы рады поздравить победителей по дисциплине «Внутренние болезни». За волю и умение достигать своей цели награждается Хвостикова Татьяна, Кубанский медицинский институт. Дипломом третьей степени награждается Анастасия Штык Николаевна, Самарская государственная медицинская университет. Диплом второй степени вручается Бектимировой Бегоем Бахтиорджонкызы, Ташкентская медицинская академия. Диплом второй степени Салимбаева Нигина, Бухарский медицинский институт. Диплом первой степени Юлдошев Батырджон Юлчоғлы, Ташкентская медицинская академия. Мы рады поздравить всех победителей. Каждый участник является победителем. Вы доказали в неподкупном споре, что надо все решать ценой усилий и труда. С умением горе нам не горе, с умением и беда не беда. Мы желаем всем дальнейших побед и успехов. Мы верим, что вы станете настоящими профессионалами своего дела. Спасибо вам большое за участие в нашей Олимпиаде. Церемония закрытия на Олимпиады студентов закрыта, объявляется закрытой. Всем спасибо за участие. Уважаемые участники Международной Олимпиады, хотела бы вас еще раз поблагодарить за активное участие
в течение двух дней вы были вместе с нами в Ташкентской медицинской академии. Если есть у кого какие-либо пожелания или какие-либо замечания, может быть, я бы попросила, если кто хочет выступить, слово предоставляется вам. Здравствуйте, уважаемые участники. Это Андижанский государственный медицинский институт, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Абдуллаева Мамджидергашева, доцент кафедры. Если слышно, можно продолжить, да? Да, конечно. Да, да, конечно. Да. Я хочу, во-первых, поздравить всех участников, всех организаторов с такой замечательным... Для нас это был праздник, действительно. Хорошая организация, хорошие вопросы, очень профессионально, на высоком уровне поставили, что мы вот в последнее время отмечаем это. И, конечно же, мы ждем продолжения, чтобы эти олимпиады, конечно, будут продолжаться и активно включать другие страны и другие регионы. Спасибо большое за организацию. Большое вам спасибо за теплые слова и пожелания. Можно сказать, да? Да, конечно. Здравствуйте, меня слышно? Да, да, слышно. Я приветствую вас, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института, профессор Нуралиев Никодам Абдуллаевич. Уважаемые организаторы, я поздравляю вас с успешным проведением замечательной международной олимпиады. Особенно поздравляю мою коллегу, проректора по научной работе и инновациям, уважаемая Фируза, можете сегодня спать спокойно. Я уверен, что вы 4 месяца сидели и волновались. Олимпиада прошла замечательно. Все наши преподаватели и студенты были довольны. И вопросы, и тесты составлены отлично. Никаких претензий нет. Я присоединяюсь к предыдущему сказанному человеку, что мы ждем продолжения этой олимпиады. И уверены, что наша дружба между Бухарским государственным медицинским институтом и Ташкентской медицинской академией продолжается. Я вас всех приветствую от имени нашего ректора, профессора Тишаева Шухрата Джумаевича. Всем большое спасибо. Огромное. Спасибо большое. И вам большое спасибо за участие. Позвольте Самаркандскому медицинскому институту тоже поздравить. Спасибо. Уважаемые коллеги, Самаркандский медицинский институт и я в лице проректора по учебной работе Наргиза Анваровна поздравляю коллектив Ташкентской медакадемии с проведенной большой работой в области организации данной олимпиады. Нам всем понятно, мы все прекрасно понимаем, что это очень большой труд, труд не одного человека, всего коллектива. Мы благодарны вам, наш коллектив, за то, что были правильно, четко оценены каждый наш студент. И мы надеемся, что такого рода олимпиады позволят нашим студентам, как в нашей республике, так и за пределами, работать вместе, познакомиться, наладить какие-то дружественные отношения, да, на такого рода олимпиады. Более того, я бы хотела сказать, что в период пандемии данная олимпиада показывает максимальную свою актуальность. Всем удачи и слова благодарности. Большое спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Большое спасибо всем. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Сначала поздравляю всех победителей. И огромное спасибо всем организаторам. И еще хотел, уверен, что в следующем году тоже олимпиада пройдет на высоком уровне. Я уже уверен. Большое спасибо вам. И хочу поблагодарить, что большое спасибо от имени Карагандинского медицинского университета. Всем большое спасибо. И хотел спросить, всем даете сертификаты, да, участникам? Да. Дорогие участники, всем сертификаты выдадут в течение 3 дней вам на почту, либо в Телеграм. Хорошо.
Хорошо, спасибо вам большое. Кандидаты сейчас готовятся. Большое спасибо вам за участие. Большое спасибо всем участникам, которые сегодня участвовали в нашей Олимпиаде. Я выражаю благодарность всему коллективу, который сидит сейчас вот в Zoom вместе с нами, всем преподавателям, всем участникам, всем членам жюри. Я еще раз повторяюсь, конечно, организовать эту Олимпиаду было непросто. Весь состав, профессорско-преподавательский состав Ташкентской медицинской академии, я это еще раз подчеркиваю, выражаем огромную благодарность и всему президиуму, и всем членам жюри, которые на протяжении 6 часов вчера, начиная с 12 до 6, до 7 вечера, проводили вместе с нами Олимпиаду. До новых встреч и спасибо. Спасибо вам. Уважаемые участники, у нас остался, вот нам только что еще. Нам скинули еще. Ассаламу алейкум, бермиутчем. Уважаемые участники. Вот мы сейчас получили. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Коммунал гигиена будет нам не салай илон кулым рады. Сейчас объявим. Просим простить за ожидание. Так. Поздравляем победителей по коммунальной гигиене. В номинации «Самый талантливый студент» награждается Хобилева Мунира Абдуразаковна, студентка Ташкентской медицинской академии. Эрудированный участник Хашимова Нозима Равшановна, Ташкентская медицинская академия. За активную работу Рахматова Гульшода Уткерказы, Бухарский медицинский институт, поздравляем. Креативный студент Филиппова Ольга Алексеевна, Казанский государственный медицинский университет, поздравляем. Самый юный участник Ибрагимова Файруза Соберказы, Самаркандский государственный медицинский институт. За волю и умение достигать своей цели. Гаврилова Роксана Игоревна, Казанский государственный медицинский университет, поздравляю. За целеустремленность и трудолюбие. Хакимов Абдулазиз Мухаммаджон Угле, Андижанский медицинский институт, поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Номажонов Джахонгир Равшанбой Угле, Ферганский медицинский институт и общественного здоровья, поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Турабекова Ширин Хасановна, Ташкентский педиатрический медицинский институт, поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Урманова Лайло Джахонгир Хазе, Ташкентская медицинская академия, поздравляю. Диплом третьей степени, третье место. Аминова Азиза Бахадыр Хазе, Ташкентская медицинская академия, поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Тураева Елизавета Вячеславовна, Казанский государственный медицинский университет, поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Кожевникова Евгения Евгеньевна, Казанский государственный медицинский университет, поздравляю. Диплом второй степени, второе место. Камилов Даниор Улахбек Угле, Ферганский медицинский институт, поздравляю. Диплом первой степени, первое место. Цой Валерьева Александровна, Ташкентская медицинская академия. Поздравляю. Рахмат. Также мы рады поздравить победителей по психиатрии. Олимпиада получилась действительно масштабной. Очень много победителей и участников.
Уважаемые участники, может, есть еще кто, у кого-либо? Не остались. Итак, психиатрия. Диплом третьей степени, третье место. Награждаются Хасанова Нафиса, Зайнабидинова Дурдона, Абдулаева Сарвинос, Куриева Дильнура. Поздравляем! Диплом второй степени, второе место. Награждаются Рузиева Диана, Мироварисова Замира, Ахмад Худжаев Махмуд Худжа. Поздравляем! Диплом первой степени, первое место. Награждаются Зерний Анастасия, Зульфа Коров Хасан, Умуралиева Зилола. Поздравляем! За волю и умение достигать своей цели награждаются Курёзова Азиза, Ургенческий филиал Ташкентской медицинской академии. Поздравляю! За целеустремленность и трудолюбие Набиева Хилола, Андижанский государственный медицинский институт. Поздравляю! Всем выражаем огромную благодарность. Спасибо всем участникам и руководителям данной секции. До новых встреч. Почему? Объявляем победителей секции номер 7 по дисциплине внутренней болезни. Мы бы хотели просто поздравить всех, чтобы не получилось так, что мы кого-то пропустили. Олимпиад было очень много, все заканчивались в разное время. Поэтому такие вот. Победители по дисциплине пропедевтика внутренних болезней. Диплом первой степени вручается Фозилову Зьодуло и Омарову Диасу. Диплом второй степени Тулягянова Амина, Ташкентская медицинская академия, и Газидинов Фарид, Медицинский университет Караганды. Диплом третьей степени Джонсаидова Гафхар, Ташкентская медицинская академия. Диплом третьей степени Хурамов Яхьё, Самаркандский медицинский институт. Самый эрудированный участник – Овцинов Павел, Медицинский университет Караганды. Самая талантливая участница – Абдиева Азиза, студентка Ташкентского педиатрического медицинского института. Лучший студент – Аспанов Мирас, Медицинский университет Караганды. Самый трудолюбивый участник – Эргашев Арсланбек, Самаркандский медицинский институт. На этом все. Надеюсь, мы никого не пропустили. Всем большое спасибо еще раз за участие. Большое спасибо проректору по научной части за организацию, а также Гульнозе Тулкуновне и ректору Ташкентской медицинской академии. До новых встреч, друзья! Здравствуйте. Здравствуйте. Мы из Ферганского медицинского института тоже приносим свою огромную благодарность всем-всем организаторам данной Олимпиады. Было очень хорошо организовано и было очень хорошим этапом, по-моему, для подготовления наших студентов, будущих кадров. Еще раз приносим свою благодарность. В частности, приносим огромную благодарность от кафедры эпидемиологии
кафедры эпидемиологии Ташкентской медицинской академии, Мертазаеву Аману Мертазаевичу, также Гульбахар Султановне. Спасибо большое. Большое спасибо за пожелание участия. До новых встреч, уважаемые студенты и уважаемые участники. До свидания. До свидания. Всего хорошего. До новых встреч.